Олег, добрый вечер. Начинаем послематчевую пресс-конференцию с главными тренерами команд с нескольких слов об игре. Первое слово гостям. Эрко Вестерлунд, главный тренер Хакина Губерик, пожалуйста. Muutamat säädöt ottelussa. Joo, hyvää iltaa. Onnittelut Skaalle voitosta. Oli hyvä jääkiekkopeli. Добрый вечер всем. Поздравляю команду СКА с победой. Была очень хорошая игра. Kiitos. Ole hyvä. Несколько слов об игре. Я Mä oon tyytyväinen joukkueen yritykseen. SKA oli parempi ensimmäisessä erässä. Me oltiin toisessa ja kolmannessa erässä ja sitten SKA vei rangaistuslaukauksilta ottelu, mutta hyvä. Mä oon tyytyväinen joukkueen suoritukseen tänään. Я доволен игрой своей команды. Я благодарю ее за ту отдачу, которую она дала сегодня в игре. Мы, по моему мнению, были лучше в первом периоде, в втором, в третьем периоде СКА оказалась лучше, но и выиграла игру по броскам. Побудите. Спасибо. Спасибо. И главный тренер СКА Вячеслав Быков. Спасибо, Эрко. Хочу сказать, что единственный, может быть, негативный такой осадок от игры – это наша игра в неравных сочетаниях. В целом, обе команды, конечно, старались сыграть дисциплинированно. В начале второго периода соперник нас немножко поприжал. Видимо, настрой не был достаточно адекватным. Но в целом, я думаю, что обе команды сегодня заработали очки. Но мастерство по пенальти здесь уже наши ребята были сегодня получше. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Вячеслав Аркадьевич. Когда началась серия «Гулитная», не было варианта выпустить из жопы? Да, мы готовили этот вариант уже, в принципе, он пошел готовиться, но желание Микки сегодня, он подъехал к лавочке, он попросил, я готов, и действительно мы пошли сознательно на это. Вопрос, если можно, к тренеру гостей. У вас существует какой-то вариант, на кого выходить? Выбор какой-то, предпочтение. Me ei voida enää valita vastustajaa. Me odotetaan sitä, mikä sarjataulukko näyttää. Ja jos haluaa menestyä playoffeissa, niin kaikki joukkueet pitää voittaa. У нас уже нет возможности выбирать себе соперника, поэтому мы готовимся к плей-офф таким образом, что чтобы преуспеть, нам нужно побеждать любую команду. Если вопросов больше нет, то до встречи уже на игре в плей-офф. Спасибо, всего доброго. С победой. Good luck. Good luck.